Студэнты і выкладчыкі Гомельскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта праверылі зрок выхаванцам дзіцячага дома. Дабрачынная акцыя была прымеркаваная да сусветнага дня зроку. З сабой медыкі прывезлі ўсё сучаснае абсталяванне. 60 хлопчыкам і дзяўчынкам праверылі вочнае дно, вызначылі стан сасудаў і сятчаткі. У многіх дзяцей былі выяўлены паталогіі. Акрамя зніжэння вастрыні зроку, рэгістраваліся выпадкі касавокасці, якія патрабуюць у тым ліку хірургічнага лячэння. У выніку афтальмолагі вырашылі ўзяць шэфства над дзіцячым домам і на пастаяннай аснове сачыць за станам зроку выхаванцаў. Дзеці – это особое государство. Если ты хочешь, чтобы ребенок тебе сказал «да», ты говори, тебе хорошо в этих очках? Ты услышишь «да, хорошо». Если ты сказал «тебе плохо в этих очках», ответ ты услышишь «да, плохо». А в данном случае прибор показывает объективные данные, то есть насколько правильно подобраны очки, или они имеют гиперкоррекцию, то есть больше, чем нужно, их надо ослабить, или наоборот, их надо усилить. Акрамя оказания медицинской допомоги, студенты подрыхтовали для детей тематичный спектакль.